Дорогие друзья, всем огромный привет! Сегодня я сделал обзорчик на орешки кишью от производителя «Каждый день». Я обычно покупаю их на развес, но вот в этот раз как бы что-то смотрю, такие знакомые пакетики с кишью, и я решил взять. Вес у нас 50 грамм. Здесь у нас кишью не обжаренные, это очень важно, потому что я ем не обжаренные. Так, можно содержать следы других орехов. Производит у нас ООО «Интел» Санкт-Петербург. Посолочный цех. Вот. Стоил этот пакетик у нас, как мы можем видеть, 43 рубля. Достаточно демократично, можно купить. Любой человек может купить. Вот. Я покупаю обычно на развес, как я уже сказал. Потому что я, во-первых, люблю орешки кишью, а во-вторых, они полезны. Они помогают от холестерина, содержат там какие-то омеги 2-3 там, и так далее. В общем, полезны всем категориям граждан, мужчинам, женщинам, детям, беременным собакам, в общем, вообще всем. Так, давайте по запаху посмотрим. Ну, запах непонятный. Непонятный запах. Так. Орехи, смотрите, они некоторые... А, нет, нормальные они все, в принципе. Что же, пробуем. Итак, подводя итог. Ну, орехи, они есть орехи, понятно, что они вкусные, туда-сюда. Но именно вот это от каждого дня, скажем так, я не чувствую ничего негативного. То есть, они такие же, как и весовые. Нет никакой ни прогорклости, ни горчинки. Ничем не пахнет там... плесенью какой-нибудь, не знаю, чем могут орехи пахнуть. Никаких жучков тут нету. То есть нормальный орех. Один уронил. В принципе, ничего такого. То есть, если надо неохота вешать, или если вы не в Ашане, в Атаке, где нет на развес, то почему нет такой пакетик взять? Пару пакетиков. В принципе, вполне нормальная вещь. И самое главное, полезная. Вот. Одни из моих любимых орехов. Кишью. Ну что ж, такой вот замечательный орешек от каждого дня с отличным качеством. Ставлю ему твердую, уверенную пятерочку. Вот. Ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока, до новых встреч.